Добрый день. Добрый день. Сейчас мы приехали к женщине. Вас как зовут? Тамара Ильинична. Тамара Ильинична. Она живет на поселке Октябрьский. Это улица Краснознаменная. Вот она туда дальше пошла и упирается буквально туда. Заканчивается ближе к аэропорту, к веселому туда. Скажите, пожалуйста, вы здесь все время проживаете, да? Да, пока детей нету, дети уехали, я здесь живу. Вот 38 дом. А скажите, в ваш дом были попадания? На Октябрьский, да, то есть на огород. На огород, да? Да. А здесь много было попаданий, да, в дома? Я за всех не знаю, я сейчас только вот с этой женщиной познакомилась, а так вот сижу там. Вы все время там сидите, да? На огородик там. И никуда не выходите, да? Да. И сейчас мы приехали и привезли вам продукты, вот, чтобы вас поддержать в трудную минуту. Вот наш продуктовый набор. Благодаря Татьяне Цыгановой из Кипра, благодаря ее пожертвованиям, мы проведали вас. Спасибо большое. Дай Бог вам здоровья. Скажите, пожалуйста, а вот здесь стреляют часто? Да, стреляют. Вот только сейчас перестали, пулеметы строчили. Строчили, да? Угу. А скажите, вы уже, наверное, привыкли или страшно все уже бывает? Да, страшновато, но уже к пулеметам мы привыкли, чтобы снаряды не летели, самое главное. Вот снаряд.